В Анапе благодаря изучению записей интеллектуальной системы видеонаблюдения «Купол» сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края, подозреваемого в серии краж. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил денежные средства из нескольких кофейных аппаратов, установленных в фойе сетевых магазинов, а также автомата «Силомера», расположенного на улице Набережной. Кроме того, мужчина забрал рюкзак с личными вещами, который потерпевший оставил на мотоцикле, припаркованном по улице Владимирской. Установлена причастность молодого человека к 7 фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В отношении подозреваемого следственным отделом УМВД России по Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статье «Кража». Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.